Стратегия Трансмо предусматривает разделение госпредприятия на три коммерческих единицы. Это одно из них – это грузовые перевозки, второе – это пассажирские перевозки и инфраструктура. Конечно, чтобы выполнить эти работы, будем говорить так, то необходимо время. Это не делается за год, за два. Согласно плану, предусматривается 3-4 года. И поэтому здесь придется, скажем так, трудиться для того, чтобы реализовать эти планы. Это, конечно, правильно, как вы отметили, это требует те банки, которые выделяют нам эти денежные средства, для того, чтобы предприятие было реструктуризовано в соответствии с европейскими стандартами.